У ФСБ России по Саратовской области предупреждено совершение главным государственным инспектором Волжского межрегионального территориального управления по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Ростехнадзора преступления в сфере защиты государственной тайны. В ходе проведенных у ФСБ оперативно-розыскных мероприятий установлено, что сотрудник организации, имея допуск к государственной тайне в нарушение законодательства Российской Федерации, осуществлял обработку в электронном виде документов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну. На неаттестованном установленном порядке средстве вычислительной техники, имеющем подключение к сети интернет, то есть в условиях, не исключающих возможности ознакомления с ними других лиц. Действия указанного лица, состав преступления, предусмотренного частью 1 статьи 283 Уголовного кодекса России, не образовывали, а лишь создавали условия для его совершения. В связи с чем гражданину объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного частью 1 статьи 283 Уголовного кодекса России «Разглашение государственной тайны».